Всем привет! Сегодня покажем, как получить пароль с автомагнитолы Гезер 184. Но для начала хотел бы вернуться к 174 модели и предложить всем вот небольшую доработку сделать на своем переходнике для программатора. Можно такую с иголочкой, можно под пайку подпаиваться. Для чего это нужно? Для того, чтобы можно было считать пароль, не выпая резисторов, ничего не ждать, подав на бутпин процессора сигнал, включаем питание на автомагнитолу. И в принципе со 174 модели можно этот пин убрать и считывать пароль уже не надо, нет необходимости ждать время. Подключаемся и считываем пароль нашим программатором. Help мы сделали под этот, то есть показали, что connect pin. Ну и соответственно резистор уже нет необходимости убирать и ждать время. Это по 174 магнитоле. 184 магнитола. У нас все, разбор в общем-то ничем не отличающийся от 174, но уже другая схемотехника, другая EMC, ну соответственно другая программа работы с данным девайсом. В данном случае также мы подаем на bootpin команду, но на 184 модели, если мы включим, магнитола не запускается, но если мы уберем bootpin, то магнитола запустится. Поэтому необходимо либо припаять этот провод, либо ну, каким-то образом зафиксировать, чтобы он особо не двигался. Может как-то вот в таком положении. Включаем. Магнитола не запускается, то есть security моргает. Значит, мы можем производить считывание. На программаторе выбираем модель 184. Подключаем пины по help. Help, как обычно, в магнитоле. Help в программаторе у нас в девайсе. Нажимаем read. Получаем пин. Дальше, в общем-то, можем, если мы не припаивались, сразу же проверить. Убираем bootpin. Магнитола перезагружается. И набираем 6, 5, 8, 1, 1. Все, магнитола работает.